конечно, очень везет в кавычках, но похоже наш поезд кого-то или что-то сбил. Всем привет! Уже во Львове. Сейчас почти 8 утра. И Львов нас встречает вот таким разбомбленным видом своим. Львовский вокзал делают. Ну и как ожидалось, здесь не всегда чисто возле вокзала. Ну, мягко сказать, не, слегка не чисто. Здесь мы только выходим. Сразу толпа цыган, бомжей. И куча странных непонятных личностей. Но это ладно. Короче, мы приехали в Львов и идем бродить по Львову. Сейчас утро, мы на 1,5 часа опоздали из-за инцидента, который произошел ночью. Там просто пацан снимал на камеру, как на него наезжает поезд. И в результате, ну, его чуть-чуть задело. Чуть-чуть дотронулся поезд до него. Но полиция 1,5 часа составляла акты. Так как было экстренное торможение, поезд останавливался, понаехала полиция, и они составляли. В общем, бюрократия. Ах да, не сказал, сегодня 8-й день нашего путешествия. Ну, уже не в Польше. 7 дней в Польше и 1 день во Львове. Такой грязи возле вокзала, такого количества, ну, я не знаю, бездомных или не бездомных, но, в общем, таких похожих на них людей мы в Польше вообще ни разу не видели. Сколько мы не бродили по Польше, на каких вокзалах не были, такого мы там не видели. В общем, да, разница есть. Польша и тот же Львов – это земля и небо. Что интересно, что мы не видели там курящих. На перроне нигде нет курящих. На улицах курящие не достают. У нас, что ли, все курят. Вот мы идем, и сейчас уже все, ну, не все, но идут с сигаретами и курят. Сразу бросается. Да, там все не идеально. В Польше. Что удивительно, что таких дорог, сколько мы не бродили по всяким подворотням, нет. Ну, во дворах, да, во дворах разное встречается абсолютно. Но чтобы вот проезжая часть была настолько убитая, там такого не встречалось. Во дворах, да, во дворах, во Вроцлаве мы увидели все. Все, что могли увидеть. Оказывается, и там такого. А вот дороги там получше как-то. Приличный дворик. Очень приличный. Тихий и приличный. Ну а вот очередной дворик. Во Львове куча красивых зданий, но за ними не ухожу тоже. И как бы все больше и больше разваливаться, обидно за расстояние, которое нам досталось. Этой дорогой, которая почти как грунтовка стала. Зайдем в очередной дворик, посмотрим, как все живут.
Посмотрим, что здесь во дворе. Интересно. А, собственно, и все. На этом дворик закончился. Прям зашли в какой-то квартал новостроек. Да, здесь тоже уже не строят таких красивых зданий, как строили в древности. Строят обычные, практичные, рубленые формы и все. Ничего экстраординарного. Ну, чаще всего не встречается. Обидно тоже, обидно. А хотелось бы чего-то такого, как раньше, красивого и изысканного. А строят всегда теперь вот такое. Не изысканно. И что через 300 лет скажут люди живущие? Красиво ли это было? Вообще, доживет ли оно столько, сколько древние здания дожили? Прям микрорайон какой-то целый застроили, новостроили. Мальчики здесь старее. Во Львове тоже временами велодорожки встречаются. Местами они даже есть. И дальше тоже идут. Мы подошли уже к исторической части старинной, что, собственно, видно. Ну и, как всегда, красиво. Велодорожки есть. А вот на велах мы пока ни одного велосипедиста не увидели. Может, еще рано просто. Часов 9. А вот поехали. Такие ездят. Но не столько, сколько в Польше. В Польше там, кажется, толпы велосипедистов. А здесь вот парочка за все утро. А вот так заканчивается велосипедная часть. Бесславно. Хлоп. Была велосипедная дорожка и нет велосипедной дорожки. Все быстро и... просто. Оперный театр. Красота. Неописуемая тоже. Чем классно здесь. Классно в старой части Львова побродить. Новая так себе удовольствие, а в старой классно. Красиво. Здания старинные. Беречь надо. Беречь надо достояние. Такую красоту нельзя потерять. Мы бродим. Похоже, так рано, еще только 9 утра, и рыночек только, барахолка только собирается здесь исконно, на исконном своем месте. И просто решил пройтись посмотреть, что здесь, как здесь. 2 года во Львове не были, но особо ничего-то и не поменялось. Почти все так же за 2 года. Особо сильно много изменений не произошло. Какой-то дворик, наверное.
еще называется дворик. Махонький. Вот так, похоже, решает сейчас. Старый дом встраивает новый. Кусок старого дома. И в него как-то вжился новый дом. Вон там высокий замок. Мы сейчас пойдем на высокий замок. Давно там не были. Я не знаю, новый домик это или нет, или старый, реставрированный. Но, блин, он классно вписался. Весьма-весьма красиво получилось. Симпатно смотрится. Вот я тоже не знаю, это сзади старое отреставрированное здание или новое, но оно неплохо, неплохо вписывается как-то в архитектуру и смотрится достойно. Классно же. Поднимаемся к высокому замку. И дороги здесь до... тротуары, дороги, ух. Улица Льва. Какая-то она, я бы сказал, не очень в плане дороги. Если кто-то будет на шпильках идти, то явно убьется здесь. Асфальт просто разваливается, разваливается, разваливается. Как-то пора бы уже постелить новый асфальт, одни дыры. Кучей дыр. А собственно параллельная улочка и ведет к высокому замку. Пробираюсь я к высокому замку. Решили здесь пойти. Здесь такие классные колоритные корни. Поднимаемся на высокий замок. Капец как жарко стало. Хотя до этого уже холодно даже было. Ну и вот, зашли на высокий замок. Людей традиционно много здесь. Все бродят, все смотрят. И вот и побывали на высоком замке. Спускаемся вниз, идем дальше гулять. Погуляли сверху. Там жарко, солнечно, классно. Город как на ладони. А теперь все вместе с толпой, не знаю, кого-то там сзади, спускаемся обратно в старый город. И бродим там дальше. Самое интересное, что во Вроцлаве, в Кракове, в Перемышле мы не видели ни одного бездомного животного. Я не знаю, с чем это связано было. Почему, не знаю. Только голуби и воробьи. Вот интересно, почему. А здесь мы бродим, уже вот появляются собаки беспризорные. И здесь весьма интересные мусорники. Просто пакеты висят. Такого мы в Польше точно не видели. Там, кстати, во Вроцлаве везде полно мусорников. И не напрягаешься, куда надо выбросить мусор. Ты всегда знаешь, что поблизости он есть. И лиц, у которых нет жилья, тоже как-то их там нет. Но мы видели за всю поездку по Польше, за 7 дней, мы видели всего трех в разных городах. Это показатель. А здесь мы увидели толпу сразу после выхода с вокзала, с перрона.
Я не знаю, чем это объяснить. Еще интересный факт, что в Польше везде, не только могут сесть голуби, абсолютно везде, устанавливают иголки. То есть голуби тупо не могут приземлиться туда, потому что там куча-куча иголок. И чисто, за счет этого чисто возле дома, голуби не могут нагадить. Смотрим дворик здесь. Трамваи у нас во Львове, конечно, жах. Таких нет. Ну, в Польше я ни одного не видел. Таких в таком состоянии. За все 7 дней. Когда возвращаешься в старую часть города, ну просто настроение повышается. Улучшается. Классно все-таки в старом городе. Зашли мы прям туда дворик. В очередной дворик зайдем, посмотрим, что здесь. А вот такой незамысловатый дворик, собственно. Вот и все. Хоть и старый дворик, но очень уютный, прикольный, тихий. Поели мы заведение Цесар на улице Пантелеймона Кулеша. Вкусно было. Мы заказали себе сковородки. Они называют. Раньше в сковородке приносили, но уже не первый раз там было. А сейчас в таких глиняных штуковинах, каких-то толстых, из толстых глины или керамики. Короче, вкусно. Вкусно. Зайти и поезжай на картошке, по сути. На сковородке. Классно. Здесь какая-то транспортная вакханалия. Выходной день, воскресенье, а здесь, блин, пробка образовалась. Там уже стоит наш автобус 3А на Австрийский парк. Вот автобус.
Приехали в австрийский парк. И теперь здесь можно долго-долго бродить. Он достаточно большой. Здесь классно, можно долго бродить. Птички поют. Тихо, спокойно, умиротворяюще. Мы все в австрийском парке гуляем. Такое впечатление, что здесь полгорода собралось и гуляет. Все катаются, играют. Классно здесь. И еще и жарко стало. Просто классно. Ну, сегодня день такой, что постоянно то жарко, то холодно становилось, то жарко, то холодно. Много раз погода менялась. Уже думали, что сейчас дождь польет, потому что тучи нагнала темные. Но, тем не менее, все разошлось. И опять солнышко. Это Львов. Прикольно стало. Хорошо. Случайно. Да, конечно. Подожди. Все. Пообедали мы в столовой Украинского католического университета, как оказалось, мы не знали сначала, там просто столовую уже потом прочитали, что это за столовая. Вот, вот так выглядят корпуса. Ну, храм, естественно, католический университет. Нормальная, хорошая столовая, свободная такая, большая. Цены, как и везде, в общепитии на троих получилось 120 гривен. Но мы уже не сильно голодные были, просто зашли и решили попробовать, как здесь готовят. Поэтому вышло не сильно дорого. А, мы мясного не брали. Не хотелось мясного, поэтому без мясного обошлось. А это, судя по всему, космическая площадка, космодром для связи с Богом. Я вполне серьезно. Здесь вполне поместится летающая тарелка. После обеда в этой столовке, блин, реально начало мореть, клонить в сон. Это капец. 3-4 часа сна, там сколько удалось поспать между этими границами, этими пограничниками. Что-то на аттракционах сегодня везде, какой-то капец просто. Очередя такие нереальные, что никуда попасть невозможно. Не знаю, стоишь на месте, ничего не меняется, то есть толпа людей и очередь не двигается никуда. Все, наверное, пришли сюда, такое впечатление. И все хотят покататься на всех этих детских аттракционах, я не знаю даже. Бродили мы, бродили, и наконец-то уже вышли из центрального парка культуры. Ну, идем дальше бродить по городу. На аттракционах здесь сегодня просто нереально. Детям попасть, чтобы на аттракцион, нужно километровые очереди на все отстоять. На кассу, на аттракцион, везде очередя. Просто ты стоишь в очереди, потом еще стоишь в очереди, потом не знаю, что-то. Ну, короче, все стоят в очередях. Ну, а мы пошли дальше. Здесь есть прикольное заведение на Арсенале во Львове. Блин, я в шоке, здесь тоже очередь. Здесь все жаждущие поесть реберти. Ёлки-палки, здесь везде очереди. На детские разыкухи очередь. Реберти поесть очередь. И Арсенал ничего не тот, только по хавчику теперь. Спасибо.
здесь бродим, и, как всегда, здесь, на этом месте, барахолка. Можно купить все, что угодно. Книжки, игрушки, значки, все, что хочешь. Нагоняют, уже все потемнело, прохладнее стало, и достаточно темные тучи стали. Сейчас мы уже дошли до улицы Армянской, посмотрим, что здесь на сегодня. Искусство на улице Армянская в галерее. Идем дальше. Чаще всего можно на улице Армянская зайти и посмотреть выставленные работы в этой галерее. Каждый раз заходим. Один раз только не было экспозиции, как-то были. Так практически всегда есть экспозиции, можно что-то посмотреть. Чего там, какие новые веяния. Забыл сказать, что это Дзыге. Я все время забываю, как это заведение называется. Это Дзыга. И сегодня там были поля. Ну, я об искусстве. Попробовали бабл вафельс без начинки. Вот в этом заведении офигенская штука. Классная, вкусная. Прямо напротив ратуши. Классно. Это было вкусно. Идем дальше, бродим. When the sun breaks, sometimes all of my thoughts are his skin. Напоминает Вроцлав площадь главную, где мы жили, возле площади прямо, поэтому, наверное, очень сильно напоминает. Все так же туса, еда туса, все гуляют, развлекаются.
Почти Вроцлав. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза, я только о тебе мечтаю. Черные глаза, самые прекрасные, черные глаза, мои глаза, почти руда. Очередной дворик. Надо же заглянуть. Раз уж мы бродим по-любому. Надо все исследовать. Вот такой тихий дворик. Подумывать, что здесь дворики лучше, чем в Вроцлаве. Да, колбудрина есть. Тихий, уютный, ну и в меру чистый. Поднимаемся по очередной улочке наверх, на какую-то горку. Улица Чайковского. Вот мы наверху, и кто его знает, зачем мы сюда забрались. Посмотрели на карте, это Львивская цитадель. Да. Я так понимаю, вот это Львивская цитадель. Не знаю, окон нет. А здесь стоят. Здесь вон есть окна, и все нормально. Ну, похоже, из приколов это вот Львивская цитадель полузаброшенная. Один корпус заброшенный, второй вроде бы металлопластиковый стекло стоят. Ну, как-то и все походу. Вечереет, погода меняется уже несколько раз. Сменилась сегодня погодка. А мы все бродим. Поезд же ночью. И вот мы шли, наконец дошли до парка Франка.
парке погуляли, отдохнули, а теперь пора двигаться в сторону ЖД вокзала. А мы все идем, бродим, гуляем. И здесь очень классно. Красиво, закат. Идем уже на ЖД. Самостоятельно, тут недалеко. Интересно всегда побродить улочками. Очередной новый осмотр вечера. Вот такой дворик. Это уже прямо перед вокзалом. Да, очень интересно. 30 гривен за посадочное место в обычном зале. Ну а здесь обычный бесплатный зал. И как бы здесь капец. По качеству, по тому, что творится на вокзале, мы никогда не дойдем до Польши, я так смотрю, похоже. А пока здесь идет ремонт площади, который рекламируется. Здесь, блин, постоянные жуткие пробки. Здесь постоянно не могут разрулить большие автобусы из-за того, что очень заузили на время ремонта проезжую часть. Чем сидеть там на ЖД вокзале за 30 гривен в час на человека? Уж лучше купить себе, не знаю, на десерт, пиццу в нормальном заведении и не палить себе мозг. И не сидеть фиг знает с кем, и заказали пиццу, нормально провели время, целый час равнозначно. И сейчас пойдем забирать свои вещи. Забрали мои вещи с камеры хранения, пришли на перрон, а здесь, блин, воняет куревом, и люди курят как перед перелетом трансатлантическим. Реально, фу, блин, воняет. Мало того, что здесь не очень чисто, так еще и воняет. Ну ладно, главное, что завтра мы уже будем в Киеве, елки-палки. Этот день, эти двое суток оказались так тяжеловаты. Особенно после границ. А вот и наш поезд приехал. Все, наконец-то можно будет поспать. Устали мы за эти два дня, за двое суток. Наконец-то можно будет всю ночь поспать. Пока что это приключение завершается. Всем пока. Всем привет, с вами Андрей. Ну что, мы приехали в Киев. Киев нас встретил отсутствием горячей воды. Ну, в общем, как всегда, любят обламывать нас здесь. В целом, поездка прошла нормально. Поезд последний, на котором мы были, был ужасный. Просто капздец какой ужасный. Ужасный, короче, вагон был, ужасный поезд был. Но в целом, мы так устали, что вырубились, и нас уже проводница будила. Лично я точно вырубился, меня уже толкала проводница, типа, Киев скоро, за 40 минут они будет. И, в общем, я до этого момента просто вырубился. Ну, почти двое суток не спать, дало себе знать. Ну, в общем, в целом Польша нам понравилась. Поездка понравилась, поездка была классная, быстрая, галопом по Европе назвать можно это все. Ну, реально так и было. Три города посетили. Польша довольна. Всем советую поездить, пошариться самостоятельно, без всяких экскурсий. Просто пожить в городе и жить в своем графике, как хочется. Ходить куда хочется. Ну, в общем, всем пока. С вами был Андрей.